40-летнюю Викторию Бонни часто обвиняют в использовании филлеров и ботокса. Звезда заявила, что знает другой способ сделать кожу лица подтянутой и красивой. Бывшая участница «Дома 2» выглядит моложе своих лет, и многие полагают, что секрет ее неувядающей красоты – это инъекции ботокса. По словам инстадивы, ей часто говорят, что она вся переколотая, поэтому у нее совсем нет морщин. Пишут, что у меня лицо не двигается, когда я разговариваю, нет мимики. Скулы наколотые, лоб заколот ботоксом и носогубка тоже, рассказала Бонни об обвинениях хейтеров. Виктория заявила, что секрет ее красивой кожи вовсе не инъекции, а специальная гимнастика и умение расслаблять мышцы лица. Несколько поклонниц телеведущей спросили, как она избавилась от носогубной складки. Звезда призналась, что ей помогла гимнастика для лица. «Я стала работать над своими мышцами так, чтобы они не закладывались. Раньше я улыбалась так, что образовывалась складка, нос казался шире и короче. Фокус в том, что я просто научилась не пользоваться мышцей, которая приводит к гипертонусу и закладыванию носогубной складки. Можно смеяться, улыбаться, но не пользоваться этой мышцей», объяснила Виктория и показала на себе, как это нужно правильно делать. Телеведущая также рассказала, что научилась выражать удивление, не морща лоб. Теперь, чтобы показать эмоцию, звезда приподнимает уголки глаз. По словам Бонни, это подтягивает мышцу и глаза не провисают. «У меня ничего не заколото. Просто не нужно пользоваться тем, что вам не нужно. Нужно пользоваться тем, что делает вас красивее и вы выглядите естественно. В этом весь секрет», — заключила Виктория. Ранее Бонни поделилась еще одним бьюти-лайфхаком. Звезда призналась, что использует сыворотку, созданную из ее собственной крови. Телеведущая не скрывает, что в прошлом делала уколы красоты. Однако инъекции только испортили ее лицо. Бывшая участница «Дома 2» прошла проверку у пластического хирурга. Бонни решила доказать, что никогда не делала пластику.